Что ж, друзья, всех вас приветствую на матче между Могилевым и Гомелем. У нас Кубок Чемпионов на связи. И давайте смотреть, как будет эта игра проходить. Меня зовут Антон Шеверинов. Я вас всех приветствую на этой встрече. У нас сразу же штрафной бросок для Могилева. Ну и здесь Иван Катеш не сумел переиграть он Матвея Купленникова. Голкипером Гомелем полетел Миронов. В атаку. Ответный ответ здесь от Автушенко. Оборвался Гурман. Могилев в атаке. Родион Волков. Хорошая попытка. Такая же хорошая поддержка сегодня Гомеля, вот, по крайней мере, пока я их слышу, отчетливо довольно. Ну и разворачивается Тимофей Евремчин. Много. Движение прямо сейчас мы видим. Нехорошая попытка. До броска. Дело довести Могилева, но в принципе хорошо действует здесь Купленников. Да. Тут. А вновь голкипер Гомеля в деле на месте. Ну вот и здесь отличная попытка. Гомель имел шанс Дмитрию Кухаренко. Вырывался к воротам. Было довольно-таки перспективно. Ну, а тут Пыльников. Свою команду выручил, но тут с мины тут даже такое столкновение получилось. И вот налево. Еще хорошая возможность. И ближний угол. Закрывает. А в этом эпизоде Артем Калиновский. Еще одна попытка. И у нас будет штрафный бросок. Выход 1-0. И Купленников бросается после броска Катешева. Вот. Пока же 2-0 в пользу голкипера. Хорошая борьба. Еще одна попытка. Бросить от Могилева. Ну, такая у нас хорошая борьба идет. Много движения. Ну и Купленников эту шайбу накрывает.
Вновь мегревчане эту шайбу. Отхватывают. Пока больше они от себя действуют. Могилев вперед, Могилев вперед. Пишет Даник Волков. Тут серьезная борьба. В середине отдается эту шайбу отобрать Горбунову. Идет он к воротам. Ну и Купников. Отбрасывает дальше эту шайбу. Это хорошая борьба. Отличный перевод. Чужим воротам. И забрал шайбу вратарь. Ну и здесь закрывается, можно сказать, калиточка. И открывается возможность для Гомеля отличиться. Вытащит ли Калиновский? Ну а здесь сам бросок не очень-то получился у Ильи Гулева. Но тем не менее. А теперь хороший шанс. Ну как же хороши сегодня вратари. Что у той, что у другой команды. Мы это видим. И сейчас шанс у Гомеля. Но бросок в сторону ворот. Родиона Коршкова. Еще один прострел. Шайба проходит мимо. Прострел пошел снова. Как-то не летит в створ все. О, Могилева как-то мимо-мимо. Вот надо бы к воротам чаще подходить. Ну и здесь да, бросок. Шайба в ворота заходит, но до этого была сирена, поэтому шайба не засчитана. Ну и снова опасно в во владение Гомеля. Пошел прострел ближе к воротам Могилева, и снова у нас сирена на смену. И тут Могилев в атаке. Гомель в атаке, да, ворота Могилева осаждают. Можно попробовать ближний угол шайбу завести. Там Калиновского вжимает в стойки.
Ну и снова смена нового планшета для Могилева. Быстренько скататься в свою атаку. Однако перехват. Тут неплохо Колядов. Врывается к воротам. Где же шайба? Она у Могилева. И полетели могилевчане ближе к чужим воротам. Но пока до видимой опасности дело не дошло. У меня тут такая борьба серьезная. Ну и тут Калиновский в игре. Ну и тут бросок. Прямо в галки прогомельчан приходится. Последние секунды первого периода. Пока у нас 0-0, друзья. Пошла. Пошел наброс на ворота, и в этот же момент звучит сирена. Первый период завершается 0-0 пока в игре между Могилевым и Гомелем, ну и небольшая пауза, скоро вернется. Возвращаемся мы на второй период матча между Могилевым и Гомелем. 0-0 у нас пока. Ну и хорошая попытка была. Гомельчан начать угрожать ворота Могилева. Опасный бросок. Ну и шайба за воротами. Ну и тут уже летит гомельская атака. Пытается подавить они хоккеистов могилевчан. Ну вот он шанс для Могилева. Бросок Купленников. Вручает на свою команду. Сумел в моменте. Есть Могилева там оторваться. Ну и здесь. Такая серьезная борьба. Бросок по воротам. Выручает здесь Калиновский. Много движения и хороший бросок.
пошел в этом эпизоде от Коржова. Найден Коржов. Бросок наносил. Ну и хорошая борьба. Так, сам Медлив, что не продавить. Футболист, хоккеист Могилёва. Горбунов встречается с этой шайбой за воротами, своими воротами. Что будет дальше делать? Интересный вопрос. Ну и тут попытка наверх бросить. Гомель продолжает угрожать ворота. Воротам Могилёва. Три 43 до завершения периода под номером 2. Точнее, с начала периода под номером 2. Все как-то по хоккейному, когда в обратном отсчет идет. Здесь немного непривычно, но и здесь бросается Клиновский на эту шайбу. Перспективно атаковали сейчас гомельчане. Ну и удается Гомелю забросить. Открывают они счет и сразу же идут в атаку. Ну а шайбу-то, да, шайба у Купленникова. И сумел голкипер этот бросок вытащить. Ну, вот так вот, друзья. Гомель открывает счет в этой встрече. Ну, и здесь борьба. Серьезные, по всей видимости, да, фиксируют нарушение правил. Арбитр. Шанс для Гомеля увеличить свое преимущество. А нет, для Могилёва сравнять счет все-таки странная, да, история какая-то. Нужно повторить. Что почему-то мне останавливается игрок на свисток. Абсолютно непонятно. Что там было, мы, видимо, никогда не узнаем. Ну, это пытается, да, объяснить, что надо на свисток-то останавливаться. Иначе в следующий раз заберут штрафной бросок. Ну, по всей видимости, и забрали все, да? Или он не забросил. Ну, продолжаем играть. Ну, тут тренер Могилёвский, да? Что тут? Целые споры с арбитром организовывают. Ну, все, тут уже смена. Должна быть. Теперь штрафной бросок все-таки, да, будет исполнен. Смотрим. Купленника вручает после этого броска Арсения Хремчика. Еще и Купленников ценой собственного здоровья там шайбу вытащил. Ну и начинает Гомель атаку. Хороший перевод.
Неплохой был. Прострел к итогу в сторону ворот. Шайба за воротами. Гомель пытается привести в центр. Довольно-таки опасно. Маграф атакует. Где же шайба? Она за Купленниковым. Ну а что там по итогу? Сдолкали голкипера. Ух ты, еще упал. Один из кистов Могилева. Артем Евтушенко был. Прострел. От Гурмана момент у Гомеля. Шайба в воротах. Здесь. Гулев там отличился. Ну и шанс, да, для Могилева. Выскочил здесь Матвей Купленников. Зачем так далеко? Ну и по итогу Могилев одну-то шайбу отыгрывает. Вот такая вот у нас, друзья, игра. Хороший шанс для того, чтобы отличиться. У Могилева! И еще одна шайба. 2-2. Счет равный, друзья. У нас. И пока. Не отпускают друг друга соперники. Еще один шанс. Горбунов прямо по позиции Купленникова стреляет. Ну и тут. Хорошая возможность у Гомеля свою атаку организовать. Ну и нужно меняться. Ну и тут дошел бросок по воротам. Хороший выход к воротам! Залетает шайба в них. Решился. Здесь на бросок Иван Гурман. И как же попал? Еще одна попытка. Где там шайба на воротах? 4-2. Это Гомель ведет. Ну какая поддержка. И полминутки остается до завершения периода под номером 2. Еще одна попытка. Бросок от Андрея Белоша. Но вручает Артем Калиновский.
Но времени немного остается, нужно бросать. Выручает Купленников. И на этом завершается второй период. 4-2. У нас небольшой перерыв, скоро вернемся. Ну, возвращаемся мы на игру между Могилевым и Гомелем. 2-4. У нас. Вот, и встреча. Еще один проход к воротам. Могилев начинает огрызаться. Это перерыв. Должен пойти им на пользу. Диана Новицкая пишет. Могилев вперед. И неплохо. Теперь уже в атаке Гомель. Можно попробовать бросить. Но вот комбинация, наверное, не самая удачная пока получается. Еще одна возможность бросить по воротам. Клиновский вручает. Ну и посмотрим, что же Могилев придумает в этой атаке. Прострел, он блокируется, эта передача. Ну и здесь подножка, и будет штрафный бросок для Могилева. Хороший шанс. Родион Волков. Ай, тут прям завел. Так оно заскользило буквально у ворота. Ну и тут. Получилось. Вроде бы, да. У Могилева прорваться к воротам. И в этой ситуации сравниваю счет Могилев. Покажем. Пошла передача. За воротом. Красивый гол. Львята только вперед, только за победой. Ну вот у нас игра какая. Сплошные качели. Отыгрываются. Сравнивают. Выходят вперед. Вот это да.
Ну и пока. Борьба в середине. Тут меняться нужно. Но вот у нас наступает решающий. Минуты. Бросок Купленников. Вручает. Второй раз он вручает также. Вот еще один шанс у Могилева. Купленников великолепно сыграл, но отметим им Родиона Волкова, который тоже действительно неплох был. Ну и пока. Отлично, Могилев летит к воротам. Идет хорошая борьба. Перевод налево. Расстрел. Отличный момент у Гомеля. Ну вот как же срывается-то. Шайба с крюком. Ну и смена у нас. Ну и тут там борьба около края площадки. У нас будет штрафной бросок. Гулев. Будет его исполнять у, у Гомеля, да. Ворота Могилева. Гулев, Гулев, Гулев. И нет, не получается исполнить штрафной бросок. Не самый уж перевод. Надеюсь, получился. Ну и Могилев! Могилев! Дальше. Также. Выходит к... Выходит вперед в этом матче. Еще хорошая попытка, но... Здесь шайба пролетела во внешнюю сторону ворот, в сетку. Ну, что уже с другой стороны. Хорошая возможность прорваться. Кристоф Гомеля, но может Могилев наказывать. Мимо. Ну и снова
Пыльников на месте. Ну и пока. На смена. 3 минуты остается до завершения. Этого матча у нас забрасывает Гомель. 5-5. Ну и пока. Гомель еще один шанс имеет. Так, хорошая возможность для парней в белом. Что же эту встречу выиграть? Все. Не хватило времени для броска. Прострел. Значит, 1,5 минуты есть. Могилев в атаке может выиграть, если удастся забросить. По крайней мере, сделать шаг к победе. 6-5 у нас. Не пока. Продолжаем смотреть. Затем как. Это встреча. Развивается эта интрига. Ну и смотрим. Последние секунды. Удастся ли Гомелю отыграться? Ну и последние секунды, обратный отсчет, и Могилев, эмоциональнейшая победа в этой встрече. Просто супер, друзья. Ну, поздравляем ребят с победой, я с вами прощаюсь. Меня зовут Антон Шеверинов, спасибо вам, но мы остаемся на лучших игроков матча. И затем отключаемся.